Сегодня на акции «Трудовой десант» у нас присутствуют представители следующих общественных организаций и учебных заведений. Общественная организация «Молодежный совет Ленинского района», студентов СГГА, СИБУПК, НГТУ и новосибирского филиала РЭО имени Плеханова, а также студенты промышленно-экономического и архитектурно-строительного колледжей и ученики гимназии номер 16 «Французская» и школ номер 27 и 160. Сегодня здесь проходит трудовой десант. Мы помогаем городу убрать этот сквер от листьев. Горожане должны следить за своим городом. Вот люди проходят, смотрят, да, в чем делаем. И они будут уже понимать, что им тоже надо убираться, а не сидеть на лавочках, курить, там, бросать бычки сюда. Get the right.